Я очень рад обратной сборной, да, появляться. Мы играем сегодня против очень хороших соперников. Иран очень сильная сборная. И я считаю, мы сегодня играем очень хороший коллективный матч, игры. Да? Поэтому мы победили. И если мы продолжаем так, как команда, как сборная, так как семья, я думаю, у меня есть хороший шанс на чемпионат мира. Не, я пропустил сборную, но я в моей команде в Латвии, я уже начинаю перерыв на сборную сюда. Я начинаю работать на 29 июля, поэтому я уже играл 7 матчей там за мою команду, поэтому я готов, поэтому не чувствую такой физический это в матче сегодня. Я вижу нашу команду сейчас, наша сборная, очень хорошая перспектива. У нас сейчас есть, не знаю, 50% молодой игрок, да? И это в микс вместо вот этой опыта игрока, я думаю, сейчас хороший шанс. Конечно, это в момент мы потеряли Тайна и Эдсон, который вообще не может играть. Мы сейчас посмотрели вот эту ситуацию в Альберсе, да? И дай бог, можно играть в чемпионат мира. И поэтому мы сейчас этого игрока, который сейчас приедет на нашу сборную, они показали сегодня очень хорошие игры. И мы уверены, как они будут играть на чемпионат мира. И я думаю, этого игрока, который только сейчас начал, будет, не знаю, через год, два года, уже опыт тоже, как мы. Это матч, который я люблю играть. Я думаю, все любят играть, да. Конечно, у нас здесь чемпионат мира очень близко, да. Поэтому это очень хороший соперник, подготовлен. Потому что, когда мы играем чемпионат мира, никакой матч будет легкий. Поэтому я считаю, это очень важно, когда мы играем против серьезных соперников.